произведены сборы, укладка, поехали. Продолжаем путь на Т4 мультивэн. Человек идет, всем привет, говорит. На улице еще темно, мы доберемся в то время, когда надо. Сегодня 14 ноября, приехали на озеро Торт-Коль. Дальше больше. Установил я 25 жерлиц. Погода портится, поднимается ветер, я думаю, будет буран. Народу понаехало, конечно, километр. Обход жерлиц, нулевые сработки. Работочка. Там зацеп стопудовый. Камыш ушла. Подождем. Пойдем сходим, посмотрим, что там все собрались. Вот сработочка у нас уже. Давай. Вытаскивай. У нас работка, давай дергай. А вон еще одна. Вот у нас сработочка. Попробуем взять. Тяжело снимать. И вот очередная сработочка. Вот такая пойдет. Килограммчик почти что. Молодец, Петр Михайлович. После щуки ждем поклевочку. Окунь, говорят, хороший клюет. Но мы еще не видели.
стороне достать щуку. Смотрят по направлению. Не, на меня надо было, сюда ближе.